Добро пожаловать на мой канал анонсов. А я вам сейчас расскажу, что будет в следующей серии проекта «Пацанки». А вы мне напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы вернули Беллу. И давайте все дружно поможем тому, чтобы вернули Беллу. Организуем флешмоб, пишем в комментариях «Верните Беллу». Я думаю, ее вернут. Всеми силами пытаюсь собрать информацию как журналист. Так вот, возникла информация, что в следующей серии к пацанкам приедут неожиданные гости. В инстаграме пацанок был пост о том, что у них в гостях были Зарина и Анна. Значит, логично предположить, что кто-то из них будет в следующей серии. Очень часто съемочная группа совершает вот какую манипуляцию. Говорит участнику: ты нам не подходишь, мы найдем другого участника, если ты не будешь выполнять все, что мы говорим. Если ты не дашь ту реакцию, которая нам нужна. Будьте внимательны, когда идете в шоу. Мне дал интервью муж одной из пацанок. Редактора — это такие замечательные люди, которые просто садятся, вот так и ставят два стакана, опытные оператор. Они просто с тобой бухают и говорят вот по душам, да? Они выкладывают про себя вот уютный трэш. И ты на этой волне подпитан, начинаешь тоже тебя снимать. Но в эфир ты идет, что только твоя негативная.